тихие беседы с учителем, истинное и вечное. Начинай день свой не себя ради, но ради меня. Бог, любовь, посредством тебя ходит по улицам, через тебя. Для Бога проявляется его мир, постоянно отодвигая на задний план свою человеческую личность, свое эго, и знай, что лишь единый, изливающийся любовью, проживает с тобою через тебя этот день и наполняет его реальностью бытия. Люди окутаны своими мелочами, человеческий ум вводит их в заблуждение, и они совсем забыли о том, что внутри себя несут истинное и вечное. Ты, идя по улицам или просто находясь дома, соединенная со мной, изливающая безусловную любовь меня, ты пребываешь в мире земном, излучая мой свет, который освещает сознание людей, пробуждая в них свою истинную суть, пробуждая в них мои зерна духа, мое сознание, меня единого вечного. Если ты сумеешь полностью осознать, что единый, совершенно прекрасный, движется среди них и скрыт в каждом из них, то все они очень быстро ощутят истинный ритм своей подлинной сущности. Их жизнь будет течь плавно, гармонично, повинуясь божественному закону и порядку. Просыпаясь каждое утро, сонастраивай свой разум, свой ум со мной. И выходя в свой повседневный ритм жизни, выходя в повседневную жизнь, встречая детей моих, помня, что в них скрыт я, единый, совершенно прекрасный. И когда ты будешь общаться с ними сквозь форму, с истинной сутью меня в них, ты ощутишь, как в сознании твоем пробуждается мощная сила безусловной любви, протекающая через всю тебя. Это и есть истинное служение, это и есть смысл моего бытия. Да.